Всем привет! Сегодня пройдемся, посмотрим предпраздничные, какие цены в магазине Пепка, какой товар поставляют. Что сегодня будет на улице? Да, сынок? Ну, мы пойдем. Большой магазин достаточно. По правую сторону детские вещи. А здесь взрослые. Брючки. Брючки. Такой сильном цвете. 40. В черном цвете тоже 30. Какая цена на них? 150. Колеска не очень. Такой плачешка. Довольно-таки симпатичная. Футболочка. Есть такое платьишко. Цена его 35. Довольно-таки симпатичная. Брюки. Есть такие трикотажные платьица. Такие 3/4 рукавчик. 40 злотых цена. Здесь рубашечки. Сумка. 40 злотых. Неприятная на ощупь. Такая тоже 40 злотых сумочка. Здесь такие свитерочки. Распродажа 30 злотых. Только свитерок. Водолазочка 30 злотых. Приятная на ощупь. Рюкзачки такие, цена 40-45. Пиджачки 70. Сейчас увидим.
спортивные такие топики. 30 злотых. Брючки приятные такие наши. Я бы мятные посмотрела. Мятных нет, есть только беж и желтый. Такие спортивные костюмчики для занятий спортом. Такие вот штанишки тоже. Бриджики такие. Цена 40 злотых. Рюкзачки как там черного цвета, здесь такой беж, вот такой миленький есть. 50, симпатичный. С этой стороны вот цена за 10 злотых есть брючек. Есть вот такой вот, цена очень тоненький, мягкий, приятный на ощупь. А цена его не вижу. 30 злотых. Так. Тут разные трусишки висят. Трусы очень разные цены, от 10 до самая большая цена вот 12, но это за двое. Вот написано двое. Здесь тоже двое. Двое. Практически все наборчики по двое. Плюс-минус там 10-12. Маечки вот такие, 15 злотых, маечки по 15. Есть вот такие вот бюстики, по 25. Симпатичные носочки за 12, три пары, 12 злотых. Такие вот 20 злотых. Угу. Вот такие симпатичные. В цвете сереньком, бежевом, таком болотного цвета и розовый. Он на камеру не передает. Такой очень розовый, приятный цвет постельный. Носочки вот 9 злотых есть. Упаковка 5 штук. 5 пар. 10 злотых 4 пары. И за 10 2 пары. Колготки. Колготки. Следы. Следы недорогие, следы по 3 злотых, 6, разные цены. С этой стороны находятся шлепочки, такие мокасинки, цена их 50 злотых. Угу. Такие прогулочные, как раз на весну, дождик, высокая подошва, цена раз. Есть такие 30 лет. С этой стороны такие тапочки.
одноразовые такие гостям. Довольно-таки прочные. Здесь вот есть такие мужские кроссовки, такие достаточно массивные. Цена их 70. 70. Здесь вот есть чуть полегче. 50. Шлюпочки такие вот на лето 30. Спортивные для парней 30 вот тут. Они теплые все. Сейчас распродажа идет, потому что все теплое убирается с складов. Здесь мужские носки 10 злотых. Сколько здесь штук? 4 пары, да? Раз, два, да, 4 пары. Вот за 5 можно купить со скидкой теплые. Тоже 5 штучек, вот есть 10. Мужские трусики, боксерки. 17 злотых, 15 есть. 17. Есть вот такие за 25 двое. Есть такие чаечки 5 штук за 20 злотых. С этой стороны все детское. На 8-9 лет, вот кому интересно, футболка 17 стоит. Вот такой свитерочек на 5-6 лет, 30 лет. После ванночки 30. Такой уголочек 25. По 25 они, а этот 35. Тут с бегемотиком, с ушками 35. По 15, по 10 есть такая пластмасса, да, пластмасса, не силикон. Детские боксерочки 17, 2 штучки. Футболочка вот на Стасюню, 1,58 м, она размер 30 стоит. А, даже это не футболка, шорты, это костюм, 30 злотых. Симпатичный костюмчик, такие шортишки, такая футболочка. Обувь разная для деток. Настасика, кроссовки такие, мокасины 40. Украшения Пасхи много. До 10 злотых. Вот
Какие милые зайки. Семь золотых стоят. Какие красивые. Вот такой милашка. Эти большие. Почему? По 20. Эти 20. Вот такие. Есть такие курочки. Курочки. Цена 10. Милый цыпленок такой. Зайка с колбочкой. 10. И такой зайчик с цветочком. Пожалуйста. 20. Наборы разные. Это светящаяся яичко. 30 злотых. Корзинки. Разные декоры. Все классно было. С этой стороны игрушки. Здесь канцелярия. Вот, пожалуйста, блокнот такой. 7 злотых стоит. Это, конечно, очень дорого. Набор ручек гелевых 15. Это очень даже хорошая цена. Набор фломастеров 3 злотых. Это почти бесплатно. Такие наклеечки пасхальные, симпатичные. 3. По 3. Угу. Надо будет Стасику купить что-то, чтобы он смастерил к Пасхе такое. Ой, какие милые наклеечки. И зайки. Стоят они 3. Столько много всего было на Украине. Хочется плакать. Так. Здесь плечики. Вот за 8 штук. Цена где? 10 злотых. Разные принадлежности для дома. Прищепки вот за 6. 30 прищепочек. Есть 18 прищепочек. За 6 тоже. Посмотрите, здесь продают такие авоськи. 10. Мило. Очень приятно. Люди берегут экологию. Хотя в Польше очень много пластика выкидывается. Очень сортируют здесь люди мусор. И у нас в основном это все пластик. Это просто. Сахарнички. Стоит 8. Или конфетница. Вот есть побольше. Побольше цены нету. А в этой тоже нет. Маленькая 8 злотых стоит. Красивая тарелочка. Она тут крутится, нет? О, она вот на... Не видно вам, вот черненькая. Она на такой подставочке, где может вот так вот крутиться. То есть можно и пиццу подавать, и отдельно ставить. Очень хорошая вещь. А цена ее мы не посмотрели. Цена
80. Да. 4 бокала, 18. Штопор. Шесть ложечек, 15. Шесть чайных ложечек, 4. Шесть вилок, 15. Три ножа, 10. Угу. Такая тарелочка сервировочная, 15. Одна. Такая тоже 15. Ну, посмотрите, что есть, какая красота, какая милота, какой приятный керамический. Как приятно на него смотреть, глаз просто не оторвать. Полотенечки 30 размер на 54, 70 на метр 30, 20, 70 на метр 30, 20 тоже. Вот здесь вот висят готовые шторы, цена 60, 30, 40, 80. Ой, 40, сказала. 80, 80, 60, 80. Такие вот с люрексом по 40. Вот это приятная такая. 100. Очень мне нравится. Также здесь такие сервировочные салфеточки есть по 2 штучки в наборе. А набор стоит... 8,50. Набор стоит 8,50. Есть вот такие сервировочные. 15. Тут 3 штучки. 15 3. Вот такие симпатичные. Цвет хороший. Все плюс-минус одна цена. Вот такие. Цена 5. 5 за одну. Она, кстати, резиновая. Если эти такие сшитые из что-то синтетическое, вот это, то это резиновая. С этой стороны рамочки. Постельная. Вот кого интересует, постельная. 80 злотых. Размер 1,60 на 2, один пододеяльник и 2 наволочки идет в наборе. Простыни покупаются все здесь отдельно. Простынь стоит, вот тут на резинке идет, 40 злотых. Разные цены. Можно, конечно, подешевле найти, да, за 10, допустим. Но качество, конечно, сами понимаете. Такие милые, милые коврики маленькие. Цена 140. Вот этого 140, а этого 120. Такие красивые наволочки на подушечке, такие пледики покрутятся вечером. На балкончике 25. Здесь уже готовая композиция. Кстати, здесь тоже не показала. Есть такой соусник. Цена его 20. Цена его 20. Формочки вот есть для печенья. 4. Металлические за 9. Ой, какие милые ложечки. Вилочки. Десертная вилочка такая. Сколько же она стоит? 20 злотых. По 5, значит, одна. С милыми такими зайками.
А это ложечки. Чайные стоят тоже 20 злотых. Приятный такой подарок. Тортовница вот такая, 50. Лопатки 8. Такая довольно-таки мощная, хорошая лопатка. Мягкая довольно-таки резина. За 8 злотых, пожалуйста. Здесь разные свечки по 20. Арома масла. И, кстати, вот я хожу по Пепко, и мне никто не подошел и не попросил выключить камеру. Как ни странно, во всех других магазинах это надо делать, не видно. Какая милая зебра. 25 золотых. О, это что-то из детства. У меня у папы были пчелы, и у него была такая штучка, он их опрыскивал чем-то. Что-то такое родом из детства. 10 стоит. Здесь разные светильнички, как вы видите, большие ценники такие. 50. Пуфы есть 120, 70 маленьких, вот есть двойные, один внутри другого, 130 стоит. Какая красота есть пасхальная, сколько он стоит? 15 злотых, какая милость. Мы будем заканчивать обзор цен Пепко. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Ты устал? Да.